Мы продолжаем, господа, наш фестиваль пяти стихий только набирает обороты. Кто бы вообще мог подумать, что столько талантливых людей, талантливых участников соберет фестиваль. Но у меня к вам небольшая просьба, уважаемые зрители, прошу вас, вы уж постарайтесь, пожалуйста, поддерживать выступающих, ведь для них это действительно важно, ваша поддержка, ваши аплодисменты, это для артиста, пожалуй, лучшая награда. Вот давайте потренируемся, вы хотя бы вспомните, как в Шатле парке необходимо аплодировать участникам фестиваля. Да, вот так, именно так, именно так. Ну, как вы видите, прямо на ваших глазах, так сказать. В прямом эфире готовится следующий исполнитель. Сергей, я сегодня вас впервые увидел. Хотя мы вчера с вами списывались в социальной сети. Грешно было дело. Я ждал от вас ответа несколько часов, хотя видел, что вы онлайн. И уж подумал, неужели... У меня компьютер был включен, но на месте меня не было. Я уж подумал, неужели не ответит мне человек? Ну да ладно, ответил. И сегодня я готов о вас немножко рассказать нашим зрителям. Наш следующий исполнитель, отметивший 1 августа свой день рождения, получил множество подарков и поздравлений. Это получается с очень давно прошедшим вас днем рождения, Сергей. Спасибо. Все, почему множество подарков? Потому что этот человек покорил практически все фестивали авторской песни в России. Говорят, Сергей Подборнов не покупает обои, а просто клеит многочисленные дипломы на стены. Огромную часть жизни посвятил культуре, играл в вокально-инструментальном ансамбле. Позже руководил этим же вокально-инструментальным ансамблем, служил в театре, был художественным руководителем. Сергей пишет стихи и песни, занимается концертной деятельностью. Признался, что у него в месяц бывает до 12 концертов, Сергей? Стабильно. Стабильно. Мы можем только порадоваться за гонорары этого человека. В общем, это и отдельно. Талантливый артист и хороший человек на этой сцене. Сергей Подборнов, город! Суксун. Суксун, город? Нет, поселок. Поселок. Но мне приятно. Сергей, но хотя бы городского типа. Ну типа городского. Ну типа, да. Дайте я еще раз, как будто бы мы вырежем это. Вырежем это. Сергей Подборнов, поселок Суксун. Спасибо. Начну сразу с козырей, покажу вам две новые песни, которые я написал не так давно. Песни обе такие возрастные, ну, по состоянию возраста, как говорится. Первая песня написана стихи автора из города Ирбит, которого зовут Вячеслав Анчугин. Песня называется «Возвращение». А еще невесомую тень кучевых облаков на воде. Здесь кончается путь и родится начало. Здесь сегодня весна и все яблони в белой фате. Я стою постаревший на собственном крае земли, где однажды стоял во пришествии срока любой, и смотрю, как уходят по звездам мои корабли, нареченные мною, как вера, надежда, любовь. Я стремился сюда, даже в миг, когда был увлечен суетой городов, ощущая биение в виске, чтоб почувствовать снова, как детским ногам горячо, оставлять невесомо с
следы на прибрежном песке. Я бросаю слова, словно зерна, круги на воде. Разойдутся, как эхо, поюкая серпик луны. Мне за тысячу лет не вспахать этот звездный надел. Ведь границы между небом и морем почти не видны. Нарисуй мне рассвет и соленый дощатый причал. А еще корабли, над которыми солнце встает. Я вернулся сюда, где когда-то в начале начал. Я чертил на песке, как бессмертие имя свое. Я вернулся сюда, где когда-то в начале начал. Смерти имя свое. Песенка на стихи питерского автора Константина Вихляева. Песня называется «Небо мое». Браво! Спасибо.
Давайте веселенько споем. Вспомнилась такая песня старенькая из 90-х, написал ее замечательный автор из города Энгельса, зовут его Сергей Назин. Песенка написана на основе 90-х, ну помните, что у нас там было, да? Нормально было. Да, весело было, да, я помню. Да, весело было. Поэтому песенка веселая, называется она «Питерская нищенская». Люди добрые, и извиняюсь, что тревожу вас сам собой. Я немножечко заикаюсь, очень трёхнутый я судьбой. А случилось все в городе Питере, там, где культ торчится от Петра. Я гулял себе в новом свитере, километров двух от метра. А там церковка Божьей Матери, и асфальт вокруг горбом. И лежит на юг, как на паперти, бабка старая с костылем. Бабка нищая лежит скрючена, просит милости, руки в руке. Вся ворвана, ой, вся ты трясучая, с бородавкою на щеке. И вот целый год, каждые три дня, я ей руки давал, как собес. А прошлой пятницей на углу меня 600-й сбил Мерседес. И вот я весь упал, жив и ладушки, думал я, лежа на боке. Кто же руки даст моей бабушке с бородавкою на щеке? А меж тем, братва, мерседесная принялась во всю свою спесь рихтовать меня, ой, мать небесная, и по там, и по тут, и по здесь. Я в сердцах кричу, да вы че, вот он здесь, а? Но мерседеса ж, батя, ну совесть есть, а? А они меня, ой, и не попадя, он мордой об капот, и шо теперь? Я не со мной, по понятиям, пальцы веером, глаз за глаз. Видишь, говорит, на бампере две помятины, обе вылиты, твой анфас. И сказали мне, даже кошмар в душе, слушай, ты козел, твою мать, сейчас везем тебя к нашей бандерше, выпей дни тебе. Отвечает в ихом офисе, прям трам-тарам, стол накрыт, я думал, помру. За столом она, ой, вся в бриллиантах, курит Мальбору, жрет икру. Перед ней братва ножкой шаркает, рядом с ней поет лысый даун. Прям пучок усов над гитаркой. Пригляделся я, Розенбаум. Вот так общество. Ну, блин, компания, ох, и блин же я, ой, спасу нет. Розенбаум, секс, наркомания, в общем, мафия, полный свет. Вижу, бандерша не глядит в меня, но когда с бокалом в руке подняла лицо, вдруг увидел я бородавку, блин, на щеке. Значит, вот ты кто, значит, вот ты как. Сейчас скажу, сколько. 126 рублей! Отдавай назад, курва Невская. Впрочем, это твой гонорар. Ведь актриса ты, ой, прям Раневская. Отвечай, блин, за базар. Тут хлежу она. Подымается. Наступил весьма злой момент. Рюмку хлопнула, улыбается, оценила мой комплимент и сказала псам своим искренне: отпусти меня без эксцесса. В знак консенсуса
подарив мне мною меченый Мерседес. И вот еду я под палитрой, и стреляк меня сквозь меня, как неожиданно судьба хитрая и обманывает Россия. Видим лютия, уж готовясь, да чего ж хитро бабья прыть, как ведь все простит, все себе отдаст, если вовремя похвалить. Спасибо. Еще одна веселая песенка, написанная в этом году. Написана на стихи астраханской поэтессы Галины Яковлевой-Белих. Песня называется «Песня про корову». Или к вопросу о похудении. На тёлок поглазеть, решили той, что с батом не место рядом с франком. По той простой причине, что нужно похудеть. Кровь удивилась, худеть, теряя силы, чтобы обвисла вымя и склеились бока. Конечно, замуж надо, но я такого склада, что вряд ли сморочусь, фу, на голубого убыка. А в стаде все худели, не пили и не ели, обсорились крестами и бегали трусой. О молоке нет речи, и каждый божий вечер к весам, что возле фермы прили худой толпой. У всех снижение веса к быкам, фу, нет интереса. Ночами рассуждаем, как губы накачать, лечили всех карболкой, но было мало толку. Пришлось хламурных тёлок на ливер отправлять. Корове той, что с бантом, нашли быка. Не франта, рога острее пики, и кровью налит глаз. Он за свою корову в клочки порвет любого. Уж очень бант красивый, и вымя в самый раз. Мораль просто, что модно, в быту совсем не годно. Плясать под чью-то дудку юродивых удел. Смотрите в мир с любовью, старайтесь быть собой. И женихи найдутся, и ливер будет цел. Хорошо. Некий такой романс на стихи Булата нашего Акуджавы. Да. Песня называется «Прощение с осенью». Калитки шорох
и простывший чай. И снова неподвижными губами, короткие, как вздох, прощай, 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 прощай. Да я и так прощаю все, что простить возможно. Обещаю простить и то, чего нельзя простить, великодушным я обязан быть. Прощаю всех, что не были убиты тогда перед лицом грехов своих. Прощай, прощай, прощай все обиды, обеды у обидчиков моих. Прощай, прощаю, чтоб не вышло Богом сосуд добра до дна и исчерпать. Я чувствую себя последним Богом, единственным, умеющим прощать. Прощай, прощай. Знать мне лишь не проститься одному, но горести моей прекрасной мамы прощаю я неведомо кому. Прощай, 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 не смущай упреками, надежно их даю. Побелевшими губами, покуда не повторится, опять осенний горький чай и рок с грибами, поздний час прощать и прощать. Осенний горький чай с грибами и поздний час прощаться и стихи Константина Ветляева называется «Опять о любви». Извините, я опять о любви. О чем еще в войну говорить? Хоть всю душу на клочки и сорви, не научится она не любить. Ей не нужно ни военной тропы, ни заманчивого слона манер. Ненавидеть — это свойство толпы, у которой той души вовсе нет. У нее внутри от злобы черно, многочисленны ее невода. Что Гордона, что толпа, все одно, не смотри в ее глаза никогда. Станешь камнем, налетит в районе.
черноту. Извините, я опять о любви. О чем еще в войну говорить? Хоть всю душу на клочки и зарви. Называется «Жить, как будто бы петь». Даже время, хоть его и немеренно смотришь, вроде только жизнь начинается, а глядишь, она уже и потеряна. И девчонки со смешными косичками, что не так давно тебе вроде нравилось, стала вдруг совсем чужой и обычной, и так быстро и нелепо состарилась. А просто надо было спешить, с самого начала начать, просто беззаглядно любить, просто беззаветно мечтать, просто надо было хотеть, с парусом над жизнью кружить, чтоб не проиграть, а пропеть, чтоб не отбыть, а прожить, чтоб не проиграть, а пропеть, чтоб не отбыть. Друзей своих теряем и врагов, желаем на пути нашим жизненным. Пахнет наша жизнь изменой порохом, юбилейных дат осенней тризною. Ящей своих разочарования мы считаем нашим жизненным опытом, и в своих ошибках и расставания обвиняем не себя, а кого-то там. А просто надо было так жить, не ползти ужом, а летать, дружбой святой дорожить, чтоб друзья врагами не стать. Просто надо было не ждать, просто надо было успеть взять и враждовать перестать, и с друзьями песню допеть. Взять и враждовать перестать, и с друзьями песню допеть. Этой жизни состоявшиеся градусы нам похмельем не дожидало прочиться. Мы глядим сквозь зазеркалье безрадостно на победную медаль одиночества. Финальная классика из иронии судьбы отрезала все выморок ошибочки пластика, и начать всю историю заново, чтобы просто можно было понять радости земной круговерть, чтобы ничего не не жалеть, чтобы можно было гореть, сердце над землею светить, чтобы жить, как будто бы петь, чтобы петь, как будто бы жить, чтобы жить, как будто бы петь, чтобы жить, как будто бы петь, чтобы петь, как будто бы жить. Спасибо, друзья. Спасибо.
Рыбацкий цикл. Часть первая. Баня. Хорошо в деревне летом. Пахнет смачно, но привычно. И что, пристает на навоз к штиблетам? Зачем, как везде, аналогично. Но у нас в деревне летом есть и для хигиены личной, слава богу. Банный день. Поехали. Мы на тракторе с Серегой едем быстро. Сзади сани отцепить зимы забыли. Тай Хрис, едем в баню. А в санях сидит Андрюха, держит веник, и трусами он привязан за ремень. Не, ну чтоб не выпал для страховки, но... А вокруг шумит природа, да Кузьминься на косилке, как всегда полно народу в магазине за бутылки. Председательский УАЗ в грязь заехал на развилке и буксует цельный день. А чё, не, мы, конечно, мы бы пошли да помогли, но нам же некогда, мы же это, мы же в баню едем, а? А на деревне знают все, знают все, знают все. Баня – это не пустяк, не пустяк, не пустяк. Хоть она, хоть холостяк, холостяк, холостяк. Веник, водка и ништяк. А в бане, братцы, не утерпишь. Подаем в хвост и в гриву, и на камни, и в желудок. Жарим крепко, веник в клочья, запах прелых незабудок. Здравствуй, матушка, сиди. Привет, народу! Святки пара! А предбойники Андрюха, морда свеклы, в синей шапке. Огурец, наверное, ищет, он полулежа шарит в катке. Сразу видно без биноклю. И ходить не надо к бабке. Чё, крякнул русский богатырь. Ой, и не починишь. Горе маме. А вокруг собаки воют. То ли с дуру, то ли просто. Дед Кузьма их матом кроет. Ночь была горохом звезды. А идти еще до дома после бани так непросто. На карачках и в пальто. А на деревне знают все, знают все, знают все, что баня эх, не пустяк, не пустяк, не пустяк. Хоть жена, хоть холостяк, холостяк, холостяк. Чё, веник, водка, ништяк. Спасибо. Часть вторая. Рыбалка. Хорошо проснуться утром, а на крыльце сели пар одно. Так приятно, так уютно. Жалко, что во рту хреново. Но подняться с гордым видом, словно мертвый скотофалк, накопать червей для виду, взять пузырь и на рыбалку. Поехали. Мы на тракторе с Серегой, как обычно, идем быстро. А вокруг шумит природа, даже рот желает петь. А в ковше лежит Андрюха. Андрюха после бани очень чистый. И со всей деревни мухи прилетают посмотреть. Ветер волосы лохматит, как районный парикмахер. Посмотрели, что вроде лето, сочный ветер, тут бурьян. Быстро удочки смотали, баб своих послали. Да ничего, в баню, в
взяли лодки вместо лодки, а Андрюха взял баян. А как мы без баяна-то? Мы же на рыбалку едем по-серьезному. Ах, деревня Америка, беспокойная моя. А после бани на рыбалку остальное чушуя. Суху не ходит, а значит, наливай до пень. Я вы эти червяков опять забыли. Тут что мы их вечно-то забываем, а? Даже удочки бывает. На рыбалку не берем, а погода так и шепчет, словно в рюмке. Разливает и беда. Вещает этот славный водоем. Гнусно каркают вороны, дятлы бьются о березы. Ловим мы на макароны, стадил лучше червяка. И от этой благодати из Андрюхи. Крюки тянется рука. А мы совсем ни при чем, мы вообще на рыбалке по-серьезному, точно. А деревня Америка, беспокойная моя. А взрывай на рыбалку, остальное чушуя. Говорят о здоровье. Ай, если кто из гостей, а он на местности. А рыба по суху не ходит. Чудились русалки. Наша рыбалка гораздо лучше. По воде восстановил ноги. Ну и Феандры, что с ним взять? Абсолютно без одежды, словно как несчастный случай. Мы на трактор и вдогонку, а он тонет вдвоем. Всплыли все, кроме Андрюхи. Это не, мы его потом достали. Его к берегу прибило, словно старый чемодан. Трактор? Че трактор? Трактор утопили. Очень славно погуляли, а Андрюху откачали. Шлангом в рот через баян. И под песенку «Ах, деревня Америка, беспокойная моя». Обзреваю на рыбалку, остальное чужое, говоря о здоровье. А если кто же скистил, а он на местности, рыбалку не ходит. Оставьте, а сами знаете, что там дальше. Спасибо! Молодец! Молодец! Давай еще! Трюху, по-самому, урку давай! По-самому! Тут уже очередь большая, чего вы прямо едете? Струны лета и здоровья, а толкам
снова. Громкий миг посади над лесами и лети стрижом под небесами. Босоногого лет, босоного. Босоногого лет, босоного. Контрабас и кларнеты все встроены по лету в унисон. Чем лето тронет свою лиру и взлетает звук над миром небесом. Светом солнечным золочен и звучит оркестр без названия. Это летний музыки дыхание наполняя все просторы шара земного. Кто плывет с тобою где-то рядом, улетит далеким звездопадом. Босоногого лета, босоногого. Все, у меня все работает. Дело в том, что, ребята, я сразу скажу, вы Сергея отпустите, пожалуйста, еще не сказать, выступит. Он потом вам отдельно, каждому. Каждому он скажет, как он будет. Сереж, не убегай, Сереж. Сергей, да, вы останьтесь, пожалуйста. Это мы вас отпускаем от... Да-да-да. Ну вы оставайтесь, пожалуйста. Не прошла бесследно работа в культуре. Я вижу, как вы очень по-актерски исполняете песни. Я думаю, зрители это оценили, да, друзья? Нас очень рассмешило, действительно. Хотелось бы вам вручить диплом участника. Спасибо большое, Сергей. Ну, у меня есть несколько вопросов, пока у нас готовится следующий коллектив. Готовы вы немножко со мной побеседовать? Ну, почти, да, готов. Ну, вот это для всех, кто просил Сергея оставить на сцене, вот исполняя ваши желания и мечты сегодня. Сергей, расскажите-ка, пожалуйста, перед такими ответственными выступлениями вы волнуетесь вообще? Я всегда волнуюсь. Это показывает ваш профессионализм. Вы знаете, когда человек перестает волноваться перед выступлением, это говорит о чем? О том, что он слова не помнит. И вы сегодня не забыли ни одного слова? Да, было. Чем вы их заменяли? Какими словами? Никакими, я их просто пропустил. Все. Вот те моменты, когда вы просто проигрывали, да? Да. Скажите, пожалуйста, вы, не зря я сегодня сказал в начале о том, что вы достаточно частый гость различных фестивалей. Да. Сколько их уже в запасе? Можно ли пересчитать на пальцах рук? Да вряд ли. Ноги пригодятся? Ну, много. Нет, все России. То есть я бы в Белоруссии был, в Казахстане, в стране. Вот себе еще не освоенных интерменсист был, югра вся. Пермская, Свердловская область, в Москве, Питер, ну, частенько бывает. А что, в Смоленске бывает частенько, когда ребята приезжают. Так, география достаточно широкая.
Кто? Да, совершенно верно. Я думаю, заслуживает аплодисментов. Да, вот такой вот послужной список уже наверняка авиасейлс к вам приглядывается, чтобы рекламу через вас свою демонстрировать. Сергей, а вот люди вас узнают? Да? Ну, знакомые, да. Я всегда говорю, мне говорят, где ты в Москву-то не поехал? Я бы был там по телевизору показывать, я не хочу. Они по улице, чтобы меня пальцем тыкали. О, смотри, этот идет, гляди, как его, этот-то вот в телевизоре. Но в Сухуми... Я говорю, нет, не хочу. Меня в Сухуми никто не тычет. Не тычет? Нет. Там меня все знают. Это только радует. Скажите, пожалуйста, вот если оглянуться и посмотреть на другие фестивали, как вам нынешний наш фестиваль? «Пять стихий». Ну, фестиваль надо судить после того, как он пройдет. Пока мне все нравится. Можете сказать несколько слов о том, о коллективах, которые выступали перед вами? Вообще коллектив классный. Я вам так скажу, что вот... Меня всегда удивляло, как люди могут играть маленькими, да, 3-4 человека, а заполнять полностью энергетически, музыкально все. Вообще меня всегда поражало. Даже вдвоем, да, вот, ребята... Вы говорите про дуэт... Улыбанду. Улыбанду, где они, кстати, у нас? Улыбака, да. Недалеко были? Я просто им предлагал, хотел сказать им на каждую песню заканчивать. Как они, помните, сказали, почему он говорит, Улыбанда, мы такие, хи! Даже песню закончили, хи! Да. Не, просто действительно, талантливые ребята, все вот, выступающие, я вообще считаю, что наша эстрада, вот, жаль, что вот такая большая эстрада не пополняется такими талантами, которые здесь. То, что там наверху, я, честно говоря, смотреть не могу. Вот то, что здесь, мне нравится. А то, что в телевизоре показывают, это неинтересно. Сергей, ну вы все правильно говорите, здесь вообще... Попробуй неправильно сказать. Полностью согласен, безусловно. Утопят в пруду тихонько. Безусловно. У меня заключительный к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, что вы можете посоветовать тем, кто только начинает свой творческий путь, депутатам нашего фестиваля, тем, кто... Нет, я хочу посоветовать не бояться экспериментировать, пробовать, потому что всегда что-то интересное появляется только оттуда, когда... где появляется что-то новое, потому что просто копия уже не интересна никому. Да, самим еще интересно скрипеть, сказать, о, у нас так же, как у ребят в оригинале. На самом деле надо пытаться экспериментировать, писать свое, делать свои аранжировки, не бояться того, что кто-то скажет, я вчера на концерт приехал, ко мне мужик пришел, тащи не те песни играть, мне надо играть молодежно, у тебя знаешь, сколько народу было, и полчаса стоял меня воспитывал. Поэтому вот тут не надо бояться, надо быть самим собой и делать то, что хочется делать. Пока мы молодые, пока мы полны интереса, творчества и энергии, надо это куда-то вкладывать. Поэтому добрый путь всем. И фестивалю, в том числе, да, пусть живут наши. У нас очень мало фестивалей вообще вот в Пермском крае. И я считаю, что прижился бы вот этот фестиваль, было бы вообще здорово. Мы очень на это надеемся. Очень надеемся, что приживется. Спасибо, Сергей. Давайте поаплодируем еще раз. Сергей Подгорнов сегодня порадовал нас выступлением. Я увидел, что сегодня под нашим навесом появились ребята из Улыбанды. Александр, Анжелика, мне бы хотелось вас пригласить вновь на сцену, но не для исполнения песен, боже упаси, а всего лишь для того, чтобы вручить диплом участника. Мы этого не сделали в самом начале. И сейчас исправляем ошибки и вручаем под аплодисменты наших благородных зрителей диплом участника первого фестиваля музыкального искусства и экстремальных развлечений. Улыбанда, Анжелика и Александр. Ну, с Анжеликой мы не болтали сегодня. Анжелика, к микрофону, прошу. Ну, каково, когда ваш муж Александр? Александр? Да. Каково? Вы уточняете? Вы уточняете? Серьезно, на самом деле? Саша, это ты? Можно поразвернуть вопрос? Нет, знаете, а вопрос, кто-то ел яблоки в этом году домашние? Нет. Вы к таким вопросам привыкли, я да? Я хочу, не знаю. Спасибо, кстати, за яблоко. До сих пор человек с яблоком ходит, вроде бы выбросить жалко. И пополам да. Делить не буду. Вдруг еще увидит.
Пока ребята готовятся, вопрос, касающийся творческой жизни. Вы исполнили всего лишь одну песню, но я уверен, что у вас есть песни, собственно, сочинения еще в репертуаре. Александр является автором песен. Что его вдохновляет? Песня была о море, вы недавно путешествовали где-то. Да, конечно. Нет. Ну как, ты писал же ее после того, как мы приехали с моря. Песня уже года 2-3. Да, на море. Ну, и есть когда-то еще возможность посетить наши моря когда-нибудь еще. Вы знаете, с ребятами общались по поводу того, как здорово, когда, поскольку вы супруги, как здорово, что интересы совпадают в семейной паре. Ведь могло быть все наоборот. Александр бы говорил, ты знаешь, у меня сегодня фестиваль, я бы хотел, чтобы ты спела. Вы бы что сказали? Мы вместе едем. Ну, что поделать. И еще вопрос был, вот ребята совсем молодые, но не эти ребята, которых я указываю, а какие-то другие, они интересовались названием этого странного инструмента в ваших руках. Это мелодика. Это мелодика? Да. Мы уже придумывали название для этого инструмента, типа клаводудка. Мелодика, интересно. То есть она используется как духовой инструмент и как клавишный. Там получается клавиши и сама машинка, подсказывай, ну, на баяне, а для того, что на баяне идет гармошка. Да. Где вы ее откопали? Вообще с этим инструментом познакомил меня Александр Иванович. Мы с ним когда-то играли в группе. Правда? Да. Какие подробности. Анжелика, спасибо. Несет. Спасибо вам большое, Анжелика. Мы очень надеемся, что вы еще не раз посетите наш фестиваль. Спасибо. Аплодисменты дуэту «Лыбанда». Ну, пожалуйста, говорить, это наша работа. 1, 2, 3, 4, 5. Я бы просто хотел еще Олегу сделать... Замечание. Да, замечание. Олег, мы благодарим вас, что помогаете нам всегда, поддерживаете всегда информацию. Вот это замечание. Шарашите, да, это замечание вам. И благодарственное письмо хотим просто вас вручить. Да, вашему сообществу «Виниловая лавка». Вот такие вот скупые аплодисменты звучат. Но мы поддержим, да, конечно, для меня большая честь. «Виниловая лавка», кстати, недавно, вау, даже футболка есть соответствующей эмблемой, логотипом. Арт-мельница. Rock'n'roll forever. Yes, of course. А, кстати, прорекламируйте, недавно, по-моему, на вашем ресурсе выходило видеоинтервью. Где можно посмотреть, пожалуйста, микрофон, расскажите. Я, конечно, как говорится, возрастной человек, и мне стыдно говорить такие слова. ВКонтакте. «Виниловая лавка Нефтекамск». Заходим, подписываемся, ставим лайки. Как это вот этой вот еще? Да. Нет. Это кондиционер. Репосты. Там репосты, донат. Мне больше всего последнее нравится. Донаты. Вот, донаты. Так что там все, ну, много всего посвященное музыке, нашей виниловой лавке, нашим квартирникам. Я здесь не просто так. Отмечаю те коллективы, которые нам понравятся. И, соответственно, мы будем и брать у них интервью. Потом будем показывать на все это, вы тоже все увидите на виниловой лавке, все эти выступления увидите на виниловой лавке. А кого-то мы пригласим к себе на квартирник в арт-мельницу. А кого-то, возможно, когда-нибудь даже на виниле, да, издадите? Да, вполне возможно. Если кто-то дорастет до винила, издадим и на виниле. Спасибо большое. Но... На самом деле, я человек возрастной, я думал, сейчас речь пойдет об одноклассниках. Хорошо, от почта. Почта Mail.ru. Нет, там раньше называлось «Мой мир». Почта России. Почта России, да. Но до этого были гонцы с хорошими вестями. У меня хорошая весть для вас, друзья.